поменять EMEI на телефоне X8. Для того, чтобы поменять EMEI на данном телефоне, нужно воспользоваться кодом. Обратите внимание, что коды всех картфонов, они разные. Бывает, совпадают универсальные, ну а в основном разные. Для этого нужно набрать звездочка, решетка, 0, 160, 160, решетка. Теперь вы можете менять EMEI. Просто вводите нужный вам EMEI и нажимаете «Сохранить», подтверждая. После чего EMEI полностью сохраненный. Но нужно еще перезагрузиться, телефон выключится при этом. Но помните, что замена EMEI не позволит вам полностью скрыться. Спецслужбы, такие как ФСБ, СБУ и, естественно, спецслужба ЦРУ, имеют возможность вас отследить, так как в телефоне еще есть второй номер, так званый номер самого телефона.